Уважаемые коллеги, хош келдингиздер, добрый день. У нас очень такое короткое мероприятие. Дело в том, что у нас проводится очень интересный семинар. Семинар обеспечения качества программ PhD, докторантуры, магистратуры и резидентуры. Многие здесь заведующие кафедрами, руководители принимают в ней участие. Но вся ценность этого семинара в том, что приехал профессор Давид Гордон, который является действительным действующим президентом Ассоциации медицинских школ Европы, избран президентом Всемирной федерации медицинского образования на 2015-2019 годы, экс-вице-президент организации для PhD программ докторантуры по биомедицине и клинической медицине в европейской системе. По образованию профессор Гордон является специалистом по внутренним болезням, специализации научных исследований по кардиологии, нефрологии в Кембриджском университете Великобритании. Имеет большой опыт работы вице-президентом университета Манчестер, декан медицинского факультета университета Манчестер по Великобритании. Руководил советом деканов медицинских школ Великобритании. На сегодняшний день профессор Гордон является всемирно признанным экспертом в области медицинского образования. Он также был консультантом проекта ВОЗ, директории Авиценны, который поддерживается университетом Копенгагена для формирования надежной всемирной базы данных по аккредитированным медицинским университетам, школам и по образовательным программам. И вот наш коллега, врач, сегодня всемирно известный эксперт, специалист, который добился выдающихся результатов в своей профессиональной деятельности, по нашему приглашению приехал сюда и проводит замечательный семинар. Я думаю, что вчера, сегодня, кто участвует в этом семинаре, получили колоссальное удовольствие от общения с этим замечательным человеком. Профессор Гордон, вот здесь сидят мои коллеги, профессора, доктора наук, кандидаты наук, академик Шарманов. Я очень горжусь этими. Нечего.
приближенности и по своей направленности на международные тенденции. And it's very interesting for me to observe the way in every culture. Для меня очень интересно наблюдать, как в каждой отдельной культуре. The public are prepared through their money and their taxes to pay for the education of doctors. Как общественность подготавливается к оплате обучения врачей через налоги. This is a very great trust that is placed in us. Это очень большое доверие, которое оказывается. When I went to Manchester, some of my colleagues said, "Your students will look after me in my old age." And this is quite a responsibility. These young men and young women are going to be delivering health care for the next 40 and 50 years. Это очень большая ответственность, потому что эти молодые люди предоставляют медицинскую помощь на следующие 40-50 лет. And the reason why the public all around the world continues to trust us. И причина того, почему общественность по всему миру продолжает доверять нам, is because, despite all the difficulties, потому что, несмотря на все сложности, our graduates do the work of being doctors very well. Наши врачи, наши выпускники хорошо выполняют свою работу врачей. And it's quite an interesting honor, is it not? И это достаточно такая интересная возможность и честь. We are there at the very start of life. Когда в самом начале жизни. Delivering the baby. Допустим, рождение ребенка. And we are often there at the very end of life, helping someone to the end. И мы с ними также в конце жизни, когда кто-то из них уже отходит в мир. So to be asked to join your community is a very great honor and very touching. Присоединяться к вашему сообществу для меня это действительно очень большая честь, и это меня очень тронуло. Спасибо. Вот такой ваш университет, профессор Горин.